Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Это у меня утро начинается одинаково. Снимала я этот ролик в пятницу. Вот видите, все мои хвостики ждут, не дождутся, когда я вернусь. Я ездила, отвозила младшего сыночка в садик, и видите, они все ждут меня с нетерпением прямо. Вот, у меня тут одет теплый костюм, под моим теплым костюмом еще одеты и теплые ритузы, и теплый свитер. Я прям такая, знаете, как медведь себя чувствую обычно зимой. Но одеваюсь тепло, чтобы не замерзнуть, потому что, ну, как бы простужаться тоже не хочется. Вот видите, все прям нервничают, очень ждут. Раздача у меня еды происходит. Вот, так что каждое утро. У нас на улице минус 17, даже, по-моему, минус 18 с утра было, что-то в этом духе. Для Питера это очень холодно, поэтому все у нас сейчас сидят дома. Я, если выхожу, то одеваюсь очень тепло. Как вы видите, Бона у меня, как всегда, она не съедает свою еду, потому что она вначале подбирает за всеми, а потом уже ест свою еду. Видите, доела за Джуси, Джуси у меня что-то тоже не особо поела, ну, в общем, все как всегда. Леофан-то вообще самый голодный, а Джуси теперь ждет, когда останется от Каспера немножко еды, он обычно чуть-чуть оставляет. В общем, они, знаете, вот это вот туда-сюда, у соседа всегда вкуснее, всегда все лучше, это понятно. Ну, Бона сейчас тут все оближет у всех и потом начнет кушать свою еду. Смотрите, какое у нас красивое небо, оно такое там розовое немножко, вот там вот рассвет, сейчас уже около 10 утра. Смотрите, как красиво. Красота. Морозно. Красиво. Сейчас еще смотрю на окна. Вот с этой стороны это мороз, что ли? Вот видите, такие. Это не с этой стороны, это с той стороны, как мороз на окнах. Вон. Видно, нет? Вот тут. Не видно, наверное. Слушайте, ничего себе. Вот здесь вот. Вот видите? Это как будто ветер какой-то, что ли, был. Или и по окнам, наверное, снег. То есть такой вот, как вот, даже видно, как рисунок снежинок. На камеру, наверное, к сожалению, не видно. Ничего себе, только сейчас обратила внимание. А небо вон. Слушайте, смотрите, видите, да? Вот тут вот. Обалдеть. Только сейчас обратила внимание. Но у нас сейчас с утра минус 17. Поэтому все возможно. Птичка какая-то полетела. Ворона. Такое красивое небо. Еще я сейчас получила свой заказ в Оберлик. Давайте вам покажу. Ну, как я сейчас получила. Вчера его получила, так и не распаковала вчера. И сейчас распаковала. Хочу сразу вам показать уже в этом видео. Во-первых, заказала много кондиционеров. Все-таки кондиционеры от Faberlic мне очень нравятся. В особенности мне нравится вот этот кондиционер для белья, который идет, ну, как бы для, видите, возвращения цвета, яркости, придает мягкость, восстанавливает волокна, защищает одежду от старения. Вот с этим кондиционером очень прикольно стирать шерстяные вещи. Действительно, вот волокна одежды, они, то есть не образуются катышки, вещи мягкие, вот для шерстяных вещей, для цветных вещей. Вообще вот это супер. Я взяла вот этих кондиционеров два. Это мои любимые кондиционеры. Именно вот эти вот, которые идут, видите, для восстановления волокон. Крутые кондиционеры. Артикулы все подпишу под видео. Вот такой кондиционер еще взяла, но это для разнообразия. Вот. А вот этот кондиционер, он в отличие вот от этих всех, он более густой. Смотрите, какой он. Его хватает вообще очень надолго. Вот этого. Вот я тоже взяла. И мне нравится вот этот аромат, натуральный цветочный микс. Очень нравится. И еще вот такой вот взяла. Тоже нравится аромат. Вот эта мелодия солнца. Такой очень приятный. Такой классный. Но эти, видите, более такие жидкие, нежели вот этот кондиционер. В общем, кондиционер очень люблю. Набрала много. Стираю я часто, каждый день. А то и по несколько стирок у меня за день. Так что супер. Еще докупила, у меня закончился вот это средство для ванной комнаты. Эффект белизны. Вот. Мне очень нравится. Но у меня нет сильной ржавчины. Поэтому вот для такой, ну, скажем так, ежедневной уборки вот это вообще супер. Отдельно нужно покупать этот распылитель.
Вот. И вот эти вот две штуки взяла. Как мне понравились вот эти вот штуки. Нейтрализатор запахов. Знаете, где в основном я их использую? Когда, извиняюсь, такую подробность, да, кошачьи лотки, да, кошачий туалет. Вот я его вытряхиваю, все, что там, да, находится, споласкиваю, пшикаю вот этим и засыпаю новый наполнитель. Обычно, если я с чем-то таким, с мылом там или с каким-то моющим средством помою, у меня вот кот Каспер, который... Вот он, кстати, сидит. Намывается после завтрака. Он может не ходить в этот, в лоток, если там сильно пахнет вот какими-то моющими средствами. А вот это вообще супер. И не пахнет, наполнитель немножечко впитывает, да, вот, ну, здесь нет аромата как такового, здесь просто, ну, как свежесть такая, да, аромат свежести, нежный хлопок, вот. В общем, супер. Также использую на обивку на первом этаже в основном, потому что собаки все-таки, у меня девочки, псины не особо они пахнут, но все-таки запах есть. Вот чтобы убирать этот запах, я использую вот эти средства. Очень мне нравятся, вообще обалденные. Вот две штуки купила, чтобы у меня было. Это я заказала мальчишкам бомбочки. Кстати, они так круто пахнут. Вот это вот как будто, знаете, апельсиновый лимонад какой-то. А вот это вот какой-то банановый, что ли? Нет, лимонный. Как будто лимонадом пахнет, в общем. В общем, мальчишкам своим они меня очень любят. И себе я заказала вот такие колготки. Смотрите, теплые колготки с шерстью 120 ден и теплые колготки из бамбукового волокна. В прошлом году покупала тоже колготки, и у меня есть еще, ну, такие обычные тонкие, ну, обычные, в общем, колготки от Faberlic. Они очень прикольные тем, что они не скатываются с талии, не сползают вниз, они вообще сидят как влитые. Я беру размер S, размер. Вот видите, они какие? Укрепленный мысок, плоский шов. Не видно, да, под одеждой. Сейчас я их открою, хочу показать, какие они внутри. Смотрите, вот эти вот, которые с шерстью. Вот они как выглядят. Но они прям такие мягенькие-мягенькие. Не будут колоться, это 100%. Вот такие вот они, видите? Слушайте, ну они прям плотненькие. Вот... Я под них своих ритузов одеваю, то есть не всегда под платье, под штаны какие-то. В общем, сейчас морозы, вообще это актуально. Тема тем более с шерстью. Вот, смотрите, 7% шерсть, 80% хлопок и 13% эластан. Вот, вот такие вот. А вот эти я взяла коричневые. Я бы такие тоже взяла коричневые, но, по-моему, такие были только черные. В общем, взяла вот такие коричневые с бамбуком. Давайте тоже состав, да, покажу. 72 бамбуковое волокно, 20 полиэстер, 8 эластан. Вот, они уже, наверное, ну да, они уже не потоньше, они такие... Ну вот это чувствуется, что здесь шерсть прям чувствуется, но они тоненькие при этом. И, а вот эти вот уже вот такие. Но говорят, там девочки, вот видите, с другой стороны как. Так, а здесь с шерстью с другой стороны... Тоже так же. Вот. Там по отзывам, что эти тоже тепленькие. Как раз весна, зима. В общем, супер. Вот. Мне мерзляку самое то. Ну, конечно, тут каталог. Скидки. Зимний сейл. Какая-то новая морожка в силе северных ягод. Средства. В общем, тоже обязательно полистар. В общем, колготки очень сильно рекомендую. И кондиционер, вообще бытовую химию от Faberlic очень сильно рекомендую. Но колготочки вообще... У меня еще с прошлого года остались тоже какие-то были тепленькие колготки от Faberlic. Я не помню, сколько ден, но они прям теплые-теплые, тоже такие плотные. Вот сейчас их ношу, прям второй год, считайте. Очень нравится. Вот, и заказала еще себе новенькие. Вот, так что вот такой вот у меня был заказ Faberlic. Как всегда, артикул оставлю внизу в инфобоксе. Ну и сегодня утром я решила заняться уборкой. Для начала поливаю, конечно же, все еще цветочки свои. То есть накормила хвостатых, покормила себя, потом полила цветы. В общем, у меня все как обычно. Вот, буду убирать бардак, который был частично убран вчера вечером моим младшим сыном. Он у меня обычно тут из подушек строит всякие замки и тому подобное. Вот, часть убрал, часть не убрал вчера. Ну, в общем, да. Да, я иногда убираю за детьми игрушки. Не вижу здесь ничего плохого. Скоро наступит время, когда не будет в доме игрушек. Поэтому я наслаждаюсь, скажем так. Вот, можно так выразиться. И вот эта троица, она на самом деле всегда со мной.
Леофан, Бона и Джуси. Старшие коты Гуни и Каспер, они после завтрака уходят обычно спать. Вот. А эти так и тусуются все время со мной, пока я куда-то не уеду. Уеду, они ложатся спать. Вот, потом приезжаю, они опять со мной. Но вдруг я пойду что-нибудь готовить. Такое же тоже может произойти, правильно? Поэтому они всегда на страже порядка, так сказать. Вдруг что? Они не в курсе. У меня сейчас линяет Бона, с нее, конечно, шерсти очень много, поэтому для меня вот этот пылесос, который вы видите в кадрах, Томас, ему очень уже много лет, он уже такой весь пошарпанный у меня, но он отлично справляется с ее шерстью, она же такая не пух, а мелкая, то есть она впивается в обивку, во все. Поэтому я пылесошу достаточно часто, особенно на первом этаже, и, в общем, да. Вот, только он у меня, конечно же, справляется. И Бон еще, видите, она очень любит спать вот на этом ковре, как раз вот здесь вот в этой комнате. Не хочет даже с него уходить, даже тогда, когда я пылесошу. Поэтому, в общем, вредина еще там. Мне как-то писали, говорили, что нужно отвезти собаку вот в этот салон, да, чтобы ее там хорошенько вычесали, вымыли. Но для Боны моей поездка к ветеринару и вообще в подобные места – это просто очень сильный стресс. Она очень всегда волнуется, у нее там трясутся лапы и так далее. Она очень боится. И поэтому я не хочу ее никуда возить. Я ее сама вычесываю. Вычесывают у меня ее, кстати, и дети в том числе. Занимаемся мы этим каждый день. Но все равно шерсть, конечно же, ну, липнет, остается и на ковре, и везде. Она как такая, знаете, белая пыль у меня. Вот. Ну и, конечно же, еще прибираюсь на кухню, на кухне разобрала посудомойку. Ну и так, по-быстрому мне нужно протереть столешницы, помыть раковину, немножко плиту. И уже ехать забирать старшего сына со школы. И попутно нужно зайти еще в магазин.
общем, убираю все на кухне, все решила намыть. На самом деле хотела просто быстренько протереть поверхности, но в итоге прям все решила намыть. Ну, тоже так, я не скажу, что прям прогенералила, а так слегка, скажем так, прибралась, потому что время уже поджимает. Хотела еще сегодня помыть полы, ну, с утра, да, пропылесосить и помыть полы, но время, иначе я опоздаю к сыночку в школу, он меня будет там ждать, будет расстраиваться. Поэтому решила, что, ну, полы вечерком тогда помою. Кстати, достаточно часто я на первом этаже именно вечером, когда уже все пришли, знаете, все разделись, потому что, ну, есть такой некий минус загородного дома, что вход у нас сразу, то есть крыльцо, да, и вход в прихожую. И оттуда вот эта вот вся грязь, как бы какие там половики не клади, ничего там не делай, все равно она тянется вся в итоге в дом. И, например, на втором этаже у меня намного чище, чем на первом. Ну, еще плюс, конечно, кухня. Тоже на кухне всегда, мне кажется, полы пачкаются. Но лично у меня достаточно быстро. Я еще когда готовлю, у меня все, знаете, вообще в разные стороны и так далее. В общем, ну, плита у меня не сильно грязная. Там просто муж с утра что-то жарил. И такие, ну, просто брызги, да. И решил их промыть уже, чтобы у меня было все чистенько. Вот. И буду собираться. Солнышко такое вышло с утра хорошее. Вообще погода, в принципе, хорошая, но очень холодно. И из-за того, что холодно, как бы не очень хочется выходить на улицу, но у нас обещают потепление, у нас обещают до плюс 1 градуса. Что, все чистенько, убрано. Очень рада я этому. Вот, по-быстренькому. Вот тут Бона, ну, как бы ковер, я же пропылесосила. Молодец, молодец. Ну, что, нормально все. Вот. Так что у нас вышло солнышко. Сейчас закрою окошко уже. А то Леофану очень что-то надо. Приспичило к окну открытому. Вот, и тут игрушки детские. Дома хорошие. Люблю тебя, спи. Вот, я побегу уже собираться. Надо забрать старшего сына со школы, зайти в магазин. Вот это, кстати, в цветах. Видите, что у меня с этими цветами, с драгоценными стало? Знаете почему? Видите, у меня там наложено всего. Всего навалено. Потому что вон тот молодой человек там копал. И выгрызал корни. То есть я как-то пришла, приехала, также забирала ребенка со школы. А вот здесь вот выгрызенные корни вот этих драцен. Я думала, они совсем погибнут. Но вроде ничего. Вроде начали оживать. Вот, видите, положила туда, видите, машинки, чтобы он не копал. Вот так вот. И вот этот, это был шарик с дня рождения моего старшего сына. Вот. И вот, видите, они у меня такие полугиблые из-за этого. Вот из-за того товарища, который сидит там, очень ему все надо. Все надо ребенку. Вот. А Бонни свой дзен. Она поела, сходила, погуляла. Все, красота. Вот. Так что вот так вот. Все, побежала я, девочки. Солнышко такое хорошее. Вот, поехала. Сейчас приеду, покажу, что купила. Вообще хочу за рыбой зайти. Не знаю, если я там смогу припарковаться, то куплю рыбу. Вот, так что побежала. Что, приехали мы уже с сыном, сходили в магазин. Тут у меня уже драки. Драки. У меня джуз. Перестань. Драки из-за еды. Сейчас покажу вам, что купила. Во-первых, взяла икру. Чья икра? Лососевая, зернистая. Вот такая баночка стоит 1250 грамм, 1700. Вот такая. Была раньше 1600. Но говорят, лососевая самая лучшая. Лососевая зернистая киты. Ну, в общем, короче, не знаю. Я не разбираюсь в этом. Женщина сказала, что очень вкусно. Так, перестали там. Драки они тут устраивают. И вот такую вот еще. Сказали, что это какая? Сахалинская. Видите? Говорят, что сахалинская очень вкусная. Вот это тоже вроде бы сахалинская. Вот это 600 с чем-то стоит. Так, чья она? Сахалинск. Вот, упаковщик Санкт-Петербург.
Вот, сахалинская икры, это на Новый год я уже купила. Так, это я купила лосось. Лосось, короче, который морской, что ли, я не поняла. Ну, короче, его только-только разделали, вот прям при мне в лотке еще даже лежала, не выложила себе. Я попросила вот столько. И вот эту рыбу еще купила. Тут тоже стейк. Это стейки. Здесь у меня 4 стейка, а здесь у меня 3 стейка. Это щука. По 627, по-моему, рублей. 630, что-то такое. Вот. Но она очень вкусная, поэтому я ее взяла. Запеку. Вот. Будет очень вкусно. Так, у меня там дети на заднем плане дерутся. Тут уже невозможно. Почему они дерутся? Потому что они ждут, когда я мясо. Сейчас мясо вам покажу. Значит, во-первых, купила вот такие яйца. Натуральные, фермерские. 150 рублей, по-моему, стоит. Десяток. Вот такие вот. Ну, видно, что они натуральные. Они, видите, даже грязненькие. Так, 150 рублей, да. Значит, вот это не помню почем. Вот такую вот томатную пасту. Тоже девушка сказала, что вот это очень хорошая. Башкортостан, не выговорит я с мороза, девочки. Извините, если что. Говорят, очень хорошая томатная паста. Вот, взяла. У меня как раз закончилась. Так, дальше. Говядина. Вот они у меня это ждут. Вот такой кусочек говядины. Здесь кость. Не помню, как называется. 269 рублей за килограмм. Но здесь с костью. Здесь есть мясо. Я сейчас немножко мяса вот этим товарищам дам. Которые, видите, уже тут изнемогают. А косточку это я себе на суп купила. Супчик сделаю, сварю какой-нибудь. Может, борщ, что-нибудь такое. Так, убралась отсюда. Убралась. И филе индейки по 369, по-моему, рублей. Что невозможно. Ну-ка, перестали. По 369 рублей купила вот такой вот, там прям огромные такие грудки, вот такой кусочек. Тоже им сейчас вот это и вот это дам. Потому что невозможно. Так, из мяса все, девочки, я сейчас этим дам. Вот этим вот. И дальше покажу, что купили. Кстати, забыла сказать, что магазин этот называется «Колхоз». Мне многие рекомендовали такой магазин. В общем, еще, конечно, прошлись по фруктам и орешкам. Давайте орешки. Ну, орешки вообще это такое небюджетное дело, я бы так сказала. Ну, рыбу, конечно, тоже сейчас все в рыбном отделе много денег оставила. Вот эта покупка у меня 1360 рублей. Вот у меня даже сохранился чек. Вот на этом мне не сохранился чек. Значит, здесь у меня курага. Но это не курага, это как-то по-другому называется. Вот которая сладкая такая. Видите, она такая темная. Не помню, как она называется. Ну, типа кураги, да? Фисташки. Очень любят. Вообще у меня орешки, сухофрукты очень любят все дома. Я в том числе. Я очень люблю орех пекан. Вот мы взяли, я в машине немножко погрызла еще пекан. Но пекан, он дороже, чем грецкий орех, но он вкуснее. Мне очень нравится. Ау! Все, мама все рассыпала. Это вот что это? Это кешью жареное. Взяли. Так, и... Все, мама все рассыпала, как всегда. Ну, вкусно. Но я, кстати, не люблю кешью. Фисташки муж мой очень любит. И муж, тоже дети любят. У меня вот такие, это банановые чипсы. Тоже всего по чуть-чуть взяли. Ну, и вот это тоже. Вот это, не знаю, я не люблю кешью. Как-то мне не очень. Ну и фрукты, овощи еще. Взяла 2 лимончика. Чай пить в такую погоду. Взяла сливу. Я не знаю, чья это слива, но она прям, видите, такая как сезонная выглядит. Очень такая мягенькая. Немножко взяла. У меня тоже дома все едят сливы. Потом мандаринчики. Написано было, что они без косточек. И девушка сказала, что они очень сладкие. Краснодарские помидоры. Я в прошлый раз их брала. Единственное, что они долго не лежат. Поэтому я взяла так на салатик, грубо говоря, сделать. И 3 огурчика, тоже краснодарских. Обалденные. И помидоры, и огурцы. Очень вкусные. Краснодарские вообще прям очень. Также в прошлый раз я брала там виноград кишмиш. И в этот раз тоже взяла, потому что он тоже был очень вкусный. И помело, которого я называю помело.
Я его не люблю, я не понимаю. Вот. Но это мои мужчины, пусть едят витаминчики. Вот. Так что вот такие вот у меня там получились покупки. Покупок много, денег оставила много, конечно. Ну, особенно в рыбном отделе. Да. Но рыбу я очень люблю, рыба полезная, поэтому надо ее кушать. Так, ну что, забрала я еще свой заказ с Вальдерис. Сейчас вам покажу все, что у меня там пришло. Но я там еще кое-что заказала, так что еще потом будет, девочки. Ну, поделюсь с вами. Возможно, вам будет интересно. Мы сейчас так замерзли. У нас очень сильный ветер. Особенно у нас здесь в пригороде. У нас минус 12 ощущается, написано, как минус 21. Но это по версии синоптиков. Ощущается, наверное, больше намного, потому что, ну, прям ветер такой холодный. У меня, кстати, спрашивали, осипший голос. Это у меня из-за холода всегда так. Горло не болит, но немножко осип он. Вот, и я пью чаи сейчас, так как горло осипшее, но оно немножко так санит у меня. И я немножко, видите, такая подопухаю периодически. Вот, короче, что заказала на Вальдерис? Девочки. Так, это у меня кондиционер «Райский сад» какой-то, вот такой. Очень много мне, кстати, кто из вас писал про вот этот синергетик. Извините, у меня качается. И это у меня средство для стирки всех видов ткани. Гипоаллергенный. Вот. Я заказала сразу большие бадьи, потому что мне, во-первых, девушка написала, что она тоже заказала с Вальдерис именно... Сколько здесь? 5 литров. Но мне даже надолго хватить. Хотя я стираю каждый день. И здесь положили какие-то подарочки. Так, там, где гель для стирки, положили еще пробник вот такого стирального порошка. Попробую, потому что видела, хотела вначале стиральный порошок заказать, потом решила жидкий все-таки. И вот такой пятновыводитель-отбеливатель. Слушайте, ну прикольно. Прикольно вообще. Так, и там, где кондиционер, тоже стиральный порошок вот такой положили. И пятновыводитель-отбеливатель. Вот это прикольно. Ну, за такие подарочки очень даже приятно. Дальше, заказала нужную вещь. Это у меня набор, комплект масок одноразовых. Розово-черные, 100 штук. 50 черных, 50 розовых. У меня есть многоразовые маски. Сейчас я открою вместе с вами. Сейчас, не открыть. Сейчас собаки мясо поели, ушли. Знаете, многие наоборот... Кости собакам отдают, а мясо себе. А у меня наоборот. Я кость себе на суп, а мясо собакам. И котам. Потому что у меня говядину Каспер кушает, кот очень любит. А Гунечка не ест, она только грудку кушает. Вот ей тоже дала кусочек. Вот. А говядину любят все. Леофан тоже мясо вообще. Он... Леофан у нас вообще самый голодный. Он всегда голодный. Постоянно он много ест, девочки. Вообще как не в себя. Леофан! На цветы мне забирается засранец. В общем, вот такие черные. Черные. На самом деле, я покупаю обычные. Вот в аптеках до этого покупала. На Вальдерис получается дешевле. Обычные вот эти синие медицинские маски. У меня есть и многоразовые маски, но их же нужно стирать. Вот. А когда я долго ношу одну и ту же маску, я замечаю, что у меня вот здесь вот начинают всякие высыпания появляться. Поэтому я стараюсь их как можно чаще менять. Значит, давайте я вскрою одну, покажу. Черная вот такая, ну, обычные масочки, всем нужны. Черные у меня мужчины мои любят. Когда есть выбор, да, цветные заказать себе или просто синие, конечно же, выбираешь цветные, себе розовенькие вот такие. Ну, это набор такой, здесь черные. Так, дальше. Я заказала себе горшки. Горшки. Это горшочки под цветы. Обычные белые, пластиковые. Написано какие-то ударопрочные, какая-то там аэрация туда-сюда. В общем, здесь, ну, как вы видите, горшочек вот это вынимается, да? Приклеено все. Вот. Наклейку вот эту только, наверное, не содрать сейчас будет, да?
В общем, вот так вот и внутри. Хочу вот эти, почему я заказала 5 таких вот. Выглядят они на самом деле очень прикольно. У меня вообще вот здесь вот, в этом помещении, все закрыто вот этой тюлью, да? Тюль это называется или нет, но я называю это тюль, девочки, извините. Если что, я не знаю, питерское это словечко или лично мое, но это у меня тюль. Вот, здесь закрыто все, а наверху мальчишек в комнате. У меня нету тюля, у нас только рулонная штора и обычные шторы темные. И вот эти горшки, они меня раздражают. Тем более мне нужно уже пересаживать цветы. Поэтому я взяла 5 одинаковых, там 5 цветов у меня, 5 цветов, неважно, стоят. И как раз для них вот такие вот крутые горшки. Ну, горшки прикольные. Это пластик. Но пластик такой, хороший. Видите? Мне кажется, очень симпатично будет. Беленький на белых окнах. Вообще супер. Так, и под шумок я, конечно же, взяла еще землю. Ну, землю, во-первых, маленький пакет. А во-вторых, тут еще, кстати, тоже положили подарочек. Вот это очень приятно. А что это такое? Это цветы и розы, водорастворимая подкормка. Вот такая вот. Ну, вот это очень приятно, когда вот такие вот подарочки, небольшие пробнички кладут, это супер. Мне кажется, что земля вот эта вот дороже, чем в обе. Я не помню, там была на нее скидка, маленький пакет. У меня еще в сарае есть пакет, надо его притащить, чтобы он у меня отмерз, и буду пересаживать цветы. Сейчас декабрь месяц, конечно, не стоит их пересаживать, но весной у меня не будет на это времени, у меня будет рассада, огород, все остальное, поэтому я хочу заняться, ну, не прямо сейчас, не прямо сегодня, но в ближайшее время пересажу. Я часто очень именно зимой пересаживаю цветы, и они к весне у меня очень хорошо себя чувствуют, я их подкармливаю, вообще супер. Вот, так что вот так. Вот такой вот у меня был заказ с Вайлдберриз. Я, кому интересно, оставлю ссылки внизу в инфобоксе. Вот. Кстати, вот эти маски прикольные. Они такие прям плотненькие. Черная. Такая маска. Я обычно вот так маски ношу. Вот так не одеваю, потому что у меня очки, и сразу, ну, отсюда теплый воздух идет, они мне сразу запотевают очки. Вот. Но маски надо часто менять. Вот я грешу тем, что я не меняю маски, и потом вот здесь вот у меня образуются какие-то высыпания. Вот, поэтому, в общем, заказала. Ну, ненадолго, наверное, мне хватит, если я их буду часто менять. Но буду менять. В общем, ссылочки вам все оставлю на Фаберлик, на заказ Вайлдберриз. Еще у меня сезона должен прийти заказ. Еще добавила кое-что Вайлдберриз, заказала. Все, короче, я с вами, девочки, я уже говорила. Вот, так что голос у меня опять начал немножко. Я пью чай сейчас с ромашкой, разные, в общем, завариваю себе. Эту облепиху пью, мне полегче горло. А так, из-за того, что на улице, вот особенно с сыном иду, я что-то ему говорю, разговариваем мы с ним, да, идем. И вот холодный воздух, видно, так не действует на горло. Сразу же осипло. Так, что делаем? 2 бандита. Сидят, картонки грызут, смотрите. Пока я тут с вами разговариваю, а? Вот мама пылесосила сегодня с утра, Джуз! Бандитка какая, а? Вы посмотрите на них. Вот эти двое, это просто нечто. Боночка покушала, сходила на улицу. Спит себе довольная. Да, Боночка? А эти два бандита. Они постоянно то цветы уронят, то утащат что-нибудь, то еще что-нибудь сделают. Вот эти двое, вот эта парочка, Шерочка с Машерочкой. Это невыносимо, девочки. Я вам честно говорю. Ну что, на ужин я запекла вот эту рыбку. Смотрите, какие стейки огромные. Вот я 3 купила. Я не знаю, почему 3. Надо было на самом деле 2 брать. 2 вот таких. А этот-то вообще огромный. Этот я мужу отдам. Не знаю, он, правда, сказал, что он попробует. Если ему понравится, будет есть. Если не понравится, там у меня еще мясо оставалось. Будет, если что, мясо кушать. Вот. Ну, это мне тогда. Ну, как-то так. Ну, в любом случае, я это буду несколько дней с огромным удовольствием и на обед, и на ужин кушать. В общем, еще вот такой салатик. Это я тут огурчики отдельно младшему сыну порезала. И здесь еще рис сварила немножко к рыбке. Я, правда, буду есть, но мне много, я даже не знаю.
может быть, и не съем целую. Вот. Я буду есть просто рыбу. Ну, салат еще похрумкую. А мужу с рисом. Вот. Но она прям что-то вообще огромнейшая. Слушайте, не знаю. Ладно, на сегодня уже буду с вами прощаться. Влог, наверное, и так получился длинным. Я, если честно, еще не знаю. Кстати, по поводу, может быть, каких-то интересных вещей с Wildberries, Озон, может быть, что-то из бытовой химии, что вам очень сильно нравится. Напишите, пожалуйста, мне. Я с удовольствием закажу, попробую. Взяла пока вот эти две канистры попробовать. Если мне понравится, я посмотрела там пятна выводителей для мытья полов, этот синергетик. Куча всего есть, я возьму. Я возьму все. Вот. Буду ждать ваших комментариев. Всех люблю, целую, до новых встреч.